12 месяцев в году, 12 знаков зодиака, 12 апостолов, 12 присяжных в классическом суде присяжных и 12 экспертов, 12 число, просто такое полное, что называется, все психотипы личностей, наверное, закрывает. Это программа «12». Сегодня говорим о патриотизме. Что такое патриотизм? Нужно ли его воспитывать? И можно ли жить без патриотизма? Насколько это страшно и насколько хорошо живется без этого? Давайте начнем, наверное... А давайте мы начнем с Алексея Свиридова. Алексей, что по-вашему? Я так понимаю, что одна из проблем, что у нас нет понятия патриотизма. Что это такое вообще? Нет, есть, безусловно, в словаре что-то есть, что-то написано. А вот как бы вы для себя это сформулировали? Знаете, да, в последнее время, особенно 90-е и 2000-е годы, очень много мы говорим о патриотизме, что это такое, да, и Владимир Владимирович Путин говорил, что идеология государства, вот, это патриотизм в будущем, он видит, как единственное. То есть для меня слово патриотизм, да, словарное слово, но я бы это назвал чувство, больше чувства, вот для меня, под словом. Это, в первую очередь, любовь к своей родине, где ты родился в первую очередь? Уважение э, к своим предкам, э, к своей культуре, своей истории и э, в первую очередь любовь, э, и любовь к своему, к своему государству, несмотря какая социальная обстановка, политическая или экономическое. Это, это чувство в первую очередь сердце, по-видимому, по где-то вот лично для меня. Есть, многие называют патриотизм, это вот как вот сидит футболисты у нас, да, недавно известный там гимн России, России, выносят э, там, ящики шампанского и при этом э, напряжение месяца, э, сколько сердечных инфарктов, наверное, инсультов получили наши болельщики в такой игре. И люди еще позволяют в такой форме проявлять этот патриотизм. То есть, скажем так, в первую очередь как любовь к матери, да, любовь к матери, любовь к своему государству, ну, государству к родине своей, своей стране. Родина только ты один раз только рождаешься, и у тебя одна родина. Отечественно может быть много, и детей комфортно. Ну, к сожалению, сейчас настолько извращенной форме, да, патриотизм у, нас, у молодежи очень часто слышно и в социальных сетях, и других, когда касается темы осуждения чего-то, да, там, нашего государства, очень много говорят, мне, мне там родина, где мне хорошо, вот это пугает на самом деле, это тенденция. Понятно. Дайте теперь микрофон Евгению Ковалю. У вас есть понятие патриотизма? Что вы вкладываете в это понятие, если вообще что-то вкладываете? Как бы я и путешественник, да. И вот у меня есть просто сосед. Я сейчас так отвлекусь на тему. А он узнал, что я езжу в США каждый год, а он а, прошел Чечню, там еще что-то прошел. И он мне такой с бутылкой пива, даже если не водки, не будет говорить о том, что я не патриот своей страны, то что я езжу в США и там путешествую. Ну я его послал на три буквы, потому что будет не человек с бутылкой водки, бутылкой пива рассказывать о патриотизме. А для меня патриотизм, я как бы я люблю свою страну, да, а, но а, я имею право себе позволить писать то, что мне не нравится в моей стране. А, мне не нравится, там, к примеру, где-то дороги, но начнем с того, что в Соединенных Штатах они тоже не очень. А, я пишу о своей стране, потому что, ну, то есть, я пишу там, вот мне не нравятся там дороги, мне не нравится там, э, грубо говоря, как сделана инфраструктура, мне не нравится управляющие компании их бы вообще упразднил из, из нашей страны и сделал бы кондоминиумы. Но это не потому, что я терпеть не могу свою страну, это потому, что я хочу, чтобы у нас было что-то как-то лучше, и об этом я это говорю. Для меня это, э, это патриотизм, то есть я не игноблю там свою страну и говорю, что она вот просто. Полное ничтожество там и все остальное. Нет. У меня нет такого, я нормально возвращаюсь в свой любимый город, в свою любимую страну. Я гордо говорю в Швеции, в Америке, что я из России, хотя они не очень-то понимают, что я из России, в связи с тем, что у меня лицо-то нестандартно русское, всегда думаю, что я немец. И я гордо говорю, что да, я из России. И мне вообще честно искренне пофиг. Кто что говорит там про санкции, что там Россия что-то сделала. Я не сторонник политики, я э, всегда политику отодвигаю на задний план и говорю, что как бы давайте про политику говорить не будем. А, меня что-то тоже устраивает в политике. Но я об этом говорить с иностранцами не собираюсь. Я же не лежу в их политику. Они ну, в... они влезут в нашу, как выясняется. Ну, ну это же. их проблема лезет в основном. Женя, а... ну про олимпийскую сборную отстранили к чертовой матери. Это что, это не политика? Ну, это политика плюс допинг. Но мы не будем да, с олимпийские игры. Согласен. Давайте продолжим. Так, микрофон у Сашки Ктенко. Саша, а что? По твоему патриотизму есть. Что это такое? Ну, я воспитывался э, так, что э, я люблю своих родителей, я люблю свою родину, э, я люблю свою страну и э, я готов э, жертвовать чем-то своим для э, процветания этого места, для того, чтобы мои дети любили меня любили свою страну, в которой они живут, в которой я их воспитываю, любили не только меня, но и моих предков, чтобы они помнили о том, что сделали предки для того, чтобы они здесь сейчас жили. Для меня патриотизм, да, это любовь и ну, невозможность, а в случае необходимости желание Пожертвовать чем-то своим ради общего э, блага. Mm -hmm. Хорошо. Саш, а вы патриот? Честно сказать, я не могу себя назвать полностью патриоткой, потому что я считаю, что патриотизм это не только любовь, любовь к своей родине, к своим предкам, к своей культуре, но это готовность умереть за свою страну. Вот на этот вопрос я не могу ответить сейчас, готова ли я умереть за свою страну. Все правильно, кто же потом... Вот. Кто ж тогда будет Родину любить, я понял, да. Или нет, поэтому я не могу назвать себя патриоткой, но Родину свою я люблю, я люблю место, где я родилась. И чем-то пожертвовать, ну не жизнью, но что-то привнести свое, я готова ради своей страны. Отлично. Базовая модель, по-моему, понятна. Есть э, несколько четко понятных позиций. Дмитрий Николаевич, согласны? С кем согласны из ребят? Вы знаете, я со всеми согласен. Что бы мы ни делали, как бы мы ни пытались, мы не дадим классическое определение патриотизму. Вы знаете, в основе у всех, вот что бы ни говорили, это любовь к родине. А что такое любовь к родине? Это отчий дом, где ты родился. Это та улица, где ты гонял голубей. Это та березка, которую ты, наверное, посадил или сегодня проезжаешь и трогаешь за эту березку. Ну а защищать Родину, это, наверное, с молоком матери, наверное, должно передаваться. Родина, она одна. И ее надо сегодня в первую очередь, конечно, ну, любить. А если ты ее любишь, то надо ее и защищать. И вы знаете, значит, наверное, очень хорошо, что вы эту проблему подняли патриотизма. Очень хорошо. Во-первых, у нас очень долго в России не было национальной идеи. Различные круги, различные слои населения все время поднимали вопрос. Назовите национальную идею. Было несколько лозунгов, называли ее. И, конечно, наверное, Путин Владимир Владимирович очень четко определился, что не надо ничего выдумывать. Есть патриотизм. И давайте, наверное, будем ему служить. Это будет национальная идея. Наверное, лучше действительно не придумаешь. А вот как, что и где? Вот, наверное, тут мы должны точки расставить. Это, все, э, это уже будем говорить про детали, конечно. Хорошо. У нас есть совершенно замечательный, интереснейший проект которая, я, наверное, соглашусь, по масштабности может стать второй всесоюзной пионерской организацией, я имею в виду новое военно-патриотическое движение, которое называется «Юнармия». Честно признаюсь, моя старшая дочь в этом <зам> замечательном движении, и да, один из немногих <зам> комплектов формы юноармейцев действительно у моей дочери. Да, да, Анатолий Иванович, это, это к вам вопрос. А как вы будете объяснять ребятам, ведь они же не все будут приходить, они э, будут приходить кто-то исключительно за внешней атрибутикой, потому что красивые береты, красивые э, курточки э, для детей, это же важно. А как будете объяснять, что за формой еще есть какое-то содержание? Вот И какое именно, содержание вот будет? прививать? Форма это одно, э, красивая форма, действительно придуманная, хотя... Я не полностью согласен с тем, что песочная цвет она должна быть у всех. У нас в городе и не только в городе, по стране достаточно детских патриотических клубов, которые имеют свою форму одежды. Вот мы сегодня с Игорем Максимовичем были на встрече возвращающейся с боевой службы корабля. Наши юнжата, Владивостокские юнги, Восток, Варяг и ЮПР, они носят морскую форму одежды. И 21 июля, когда мы принимали клятву, им дали значки. Мы подготовили, конечно, предложение, чтобы оставить нашу флотскую, традиционную флотскую форму, прикрепив еще на нее значки ее нормейца. Думаю, что это не пойдет в разрез с решением министра обороны. А вот внутренняя форма, это намного важнее, чем, наверное, вся эта атрибутика. Хотя без атрибутики это тоже форма, военная форма объединяет подразделения. И, наверное, не напрасно в старые добрые времена детские организации «Пионерия», комсомольские организации носили знаки, которые отличали среди других. А с моей точки зрения... Очень много уже продумано для внутреннего содержания деятельности юноармейцев. Это и закрепить любовь в родине, это готовить к их защите. Не обязательно рисковать жизнью. И с моей точки зрения, как военного, это неправильная трактовка, что должен положить жизнь, только бы добиться победы. Надо победить врага, остаться самому живым. Вот это наша задача. Это э, то, к чему мы должны наших детей готовить. Мы должны быть выше э, любого нашего врага. Э, в жизни мне пришлось побывать ну, в нескольких десятках стран, не только в Штатах. Бывал я там тоже. Согласен, дороги там бывают не, и не ахти какие. Поэтому это не мед страна, где, куда надо стремиться. И ее показной демократизм ну, извините. А вот по поводу обучения наших детей, у меня есть достаточный опыт. Я работаю с нашими юнгами города уже несколько лет и вижу, насколько меняются дети, когда им действительно на живом примере показываешь, как надо стремиться делать лучше для Родины, для ее защиты. И не напрасно мы сегодня организовали наших юнжат для встречи Виноградова. Это встреча с моряками, которые прошли не одну десятку миль и не один день, даже не один месяц побывали вдали от Родины. Им сразу становится понятно, что такое Родина и как они видят, с какой радостью возвращаются к родным берегам наши моряки военные, по крайней мере. Это хорошо делает мы продолжим программу буквально через минуту сейчас мы уйдем на рекламу а после поговорим о том что такое патриотизм и нужно ли его воспитывать